Строительство первого завода американской корпорации «Боинг» в Китае начнется в конце марта. Центр сборки реактивных самолетов «Боинг 737» начнут строить в китайском городе Чжоушань. Первый самолет будет передан заказчику в конце 2018 года. Производственная мощность предприятия должна составить до 100 лайнеров в год. Благодаря этому центру появится до 2000 новых рабочих мест. Соответствующее соглашение между властями провинции, компанией «Боинг» и китайской корпорацией коммерческой авиации было подписано в октябре прошлого года. А о планах по открытию этого центра было объявлено в 2015 году.